Дональд Трамп сделал 10 тысяч ложных заявлений за 2 года своего президентства. Необычный подсчет сделали журналисты американской газеты The Washington Post. По данным издания, Дональд Трамп с самого начала, заняв должность президента США, делал около 5 ложных заявлений в день. При этом за последние несколько месяцев эта цифра увеличилась до 23. Дональд Трамп, отмечает издание, все чаще стал выступать с утверждениями, не соответствующими действительности, на митингах и на встречах с представителями СМИ. The Washington Post подчеркивает, американский президент, выступающий против фейковых новостей, сам склонен к ложным заявлениям. Are welcome here.